Смотрите, завезли еще вот такие вот ломтики манго в легком сиропе, класс премиум, производитель Ваинг. С такой удобной открывашкой. Сейчас посмотрим, дата изготовления у нас 07.21, срок годности аж 3 года до 07.24 года. Вот такие вот ломтики манго. Ну, надо как-нибудь будет взять на пробу. Цена 84,90, 425 миллилитров. Интересно, сколько там будет манго. Манго, кто знает, не дешевый фрукт. Многие еще спрашивали, остались ли садовые сетки. Да, остались, их еще очень много. Напомню, 653 рубля 90 копеек. И, кстати, завезли вот буквально 3 дня назад. Такие вот сеточки. Длина 10... А, так, длина 10 метров, ширина 1 метр. 653,90. Размер клеток 1,5 сантиметра на 1,5 сантиметра, если это вот то написано. Но мне кажется, здесь такого не будет. Здесь, наверное, 1,5 на сантиметр. Такие вот садовые. И, друзья, завезли еще вот такую вот сметану. 15%, 500 грамм. Цена всего 90 рублей 90 копеек. Цена очень низкая. Вот такая вот сметана. Дата изготовления 02.22.16, то есть буквально вчера, у нас сегодня 17. 15%. Производитель — молочная ферма. Но цена, конечно, очень низкая. Всего 90 рублей 90 копеек. А срок годности у нее 14 суток. То есть свежая сметана. Вчера вот только изготовили. Еще 2 недели будут храниться. 90-90 цена. Кстати, друзья, завезли еще вот такие вот удлинители. Для тех, кто занимается автомобилями. Это идеальная лампа, так как с одной стороны она защищает от света, но в то же время направляет источник света, куда вам нужно. Вот такой вот удлинитель. А, это называется переноска Smart Start. 10 метров, 271 рубль 90 копеек. А это у нас удлинитель силовой, 20 метров, 326 рублей 90 копеек. Вот такой вот удлинитель, аж 20 метров. Сразу с вилками, все как надо. 326,90. Кстати, цена тоже очень низкая. Строительных такие стоят в разы дороже. Смотрите, друзья, снова завезли мой любимый сырный соус. Очень вкусный соус. И помимо сырного завезли еще сливочно-чесночный. Здесь даже написано, к чему подходит. Вот, идеально к мясу птицы. Здесь у нас написано идеально к картофелю. И еще вот с лесными грибами. Идеально к курице и пельменям. Вот такой вот еще соус. Все соусы стоят одинаково и весят 400 грамм, 46 рублей 90. Друзья, завезли еще вот такие вот интересные корзины. С застежкой и ручками по бокам. Цена такой корзины, она складная. 419 рублей 90 копеек. Размер 35 на 35 и длину 60 сантиметров. Продаются они в таких вот упаковках. Вот так вот она выглядит в сложенном виде. А вот так вот в разложенном. 419,90. Друзья, весна уже приходит. Начали завозить уголь для приготовления мяса, рыбы, птицы. Ну, обычный уголь для барбекю. Древесный уголь 10 литров, 1,3 килограмма, 63 рубля 50 копеек. В обычных магазинах 10 литров угля стоит даже больше сотни. И смотрите, завезли еще вот такую вот решетку, гриль. Ну, такая маленькая мини-решеточка, пожарить вечерком какого-нибудь мяска, если живете в своем доме. 199,50, размер 50 на 30 и 21 сантиметров. Вот такая вот решетка с такой вот еще надписью. Гриль Чил. Ну, цена, конечно, очень низкая. 199,50. Смотрите, друзья, еще вот такая вот новиночка. Торт вафельный тирамису. Цена очень низкая. 42 рубля 20 копеек. 270 грамм. Такой тортик взять на работу, с чаем попить. Да или просто домой даже. Тирамису.
Ну, выглядит здесь очень аппетитно, конечно. Цена 42.40. Ой, 42.20, друзья, еще. Вот такая вот новинка. Это у нас сливки, сгущенные с сахаром. 19% доля жира. 340 грамм, 62 рубля 50 копеек. Так, это у нас дата изготовления 28.08.21. Совсем недавно для консервы, срок годности год. Вот такие вот сливки. Производитель Назаровский МКК. 62.50. Друзья, завезли еще такой вот сок Сады Придонья. Довольно-таки популярный сок. Дата изготовления 21.10, срок годности до 10.22. Есть вот яблоко 53.90. Есть яблоко персик. Объем 0,95 литра, 53.90, цена одинаковая, вне зависимости от вкуса Сады Придонья. Смотрите, друзья, завезли еще вот такой вот чай, получается растворимый, как кофе, просто накладывайте ложкой в кружку и добавляйте кипятка. Похожий чай я покупал в обычном магазине, очень хороший чай. Это у нас чай с лимоном, с натуральным соком. Цена 375 грамм, цена 75 рублей 90 копеек. Я думаю, наверное, возьму себе сегодня, потому что цена, конечно, очень низкая. Дата изготовления 09.21. На срок годности у него минимум, наверное, год. Это точно.